Здравствуйте! В эфире программа телеканала «Самара ГИС. Право на маму». Наступивший 2024 год получил красивый статус. Его назвали «Годом семьи». Наверное, для того, чтобы каждый из нас острее почувствовал, что каждому человеку необходима семья, чтобы рядом были мама и папа, бабушки и дедушки, сестры и братья. В очередной программе мы познакомим вас с такой семьей и расскажем о братишке и сестренке, которые мечтают о своем доме и семье. Смотрите программу «Право на маму» 12 февраля в понедельник в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».